перегноем. Перегноя мало. Поэтому буду копать, перекапывать. Я тут уже начала. Земля сухая. Чем сейчас перекопаю, чтобы смешался с перегноем. Потом уже высаживать. Средняя грядочка. И тут еще, не знаю, перегноя, наверное, на все не хватит. Помидоры посажены, ну, одна грядка, здесь 29 штук, и посажен перец, я считаю, вот от Бога, просчиталась, один, в общем, так впихнула
перчик разный, маленький, высокий. Да, близко его как-то посадила, ну, потому что нужно было поместить весь. В общем-то, все, у нас обед, жарко, поэтому до вечера точно окончательно все. А так у меня осталась вот эта вот грядочка, и вон там стоят помидоры как раз для этой грядки. Мне кажется, поставить теплицу под вишней, с одной стороны, было очень верное решение, потому что сейчас в полдень, ну, в обед получается, да, и часов до трех тут как раз тень вот падает от вишни и затеняет, чтобы совсем сильно жарко не было. Для лета, мне кажется, это вообще идеальный вариант. По весне и осени, возможно, тут будет темновато. Ну, это пока мои предположения, а там посмотрим, как будет. Все, мы на финишной прямой. Осталось посадить последнюю грядку с томатами. И теплица в плане посадок будет закончена. Останется только донавести эстетику уже. Вы посмотрите на этого монстра. Он уже в стакане дал столько пасынков. Сейчас все буду обрывать. Сажать буду его без пасынков. Вот и все. Все грядки посажены. Перцы, томаты. Добила я сейчас и третью грядку. Так что все отлично. Теплица сделана.